Чувашия присоединилась к всероссийской акции «На дорогу без перегруза». На этой неделе на республиканских трассах дежурят посты весового контроля. Каким последствиям может привести нарушение правил перевозки грузов и насколько серьезно за это наказывают водителей, выяснял мой коллега Дмитрий Ковалев. Только с начала 2015 года через этот весовой пост в Хыркасах прошло порядка миллиона грузовых автомобилей. За 8 месяцев было оштрафовано более 2000 водителей, которые курсировали по дорогам Чувашии с перегрузом. Перегруженные автомобили наносят российским дорогам серьезный ущерб. Каждый год из федерального бюджета на ремонт разбитого асфальта направляют триллионы рублей. Передвигаться по трассам с нагрузками, которые превышают положенные нормы, водители могут, только получив специальный пропуск. Правда, этим правилам следуют далеко не все. Водителю этого авто тоже пришлось пройти проверку на весах. Здесь измеряют нагрузку на каждую ось, она не должна превышать 10 тонн. Инспекторы отмечают, что чаще всего с перегрузом по дорогам передвигаются автомобили со строительным материалом. Нарушителям выписывают крупные штрафы. Ему составляется протокол инспектором ГИБДД, вот, и уже направляется материал как бы на рассмотрение, там определяется, какой штраф будет грозить ему. На сегодняшний день еще принят изменение в административный кодекс. Накладывается штраф на юрлицо владельца транспортных средств до 400 тысяч рублей. На дорогах республики работают и передвижные весовые посты. Груз автомобиля здесь измеряют с помощью специальных датчиков. Нагрузки на каждую ось рассчитывают с помощью компьютерной программы. Когда к нам подъезжает автомобиль, мы его поосно загоняем на весы, каждую ось мы его проверяем. То есть, если автомобиль по осевым нагрузкам проходит нормально, то он едет дальше. Если есть превышение, то составляется акт об ущербе. Передвижные посты сейчас работают в усиленном режиме. Каждый день на дороге республики выезжают по 2 мобильных комплекса. Специалисты признают, этого недостаточно. В ближайшие годы для измерения нагрузок на трассах планируют установить специальные рамки, которые будут работать в автоматическом режиме. Машина будет просто проходить, вот точно так же, как сейчас здесь мы видим, через пункт взвешивания будет стоять над ним рамка, которая будет определять, во-первых, габариты, во-вторых, его номерные как бы параметры. В дни акции водителей останавливают не только для проверок. Им вручают специальные брошюры, которые должны напомнить о том, что нарушение правил перевозки грузов может привести к серьезным последствиям. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика.